7.2. Чтобы вертикально было не более 5. 7.5 поставь. 7.5 должен поставить. 7.5. Можно. Боковой сколько сейчас? Давай, крен 20. Да нормально, я за директор. 700 заняли. 84. 700, 84. Интерцептора. Задача стабилизатора. По телефону, да? 5. Можно убрать, сколько успеем. Вторая задача. Право 60. Право 400. Нормально. Линия 27, так понятно. Ой. Режим какой стоит? 84. Саня, если устал, давай, знаешь, что это? Не, нормально. Вот тогда прыжок. Нет, до входа у нас 6 километров. Балластный бак вырабатывается, да? Да. Хорошо. До 4 тонн можно. Сколько получится? Ну, сколько получится? 3 до входа. Пускаем закрылся. Так, подожди, рано. Подожди, перед входом. Когда начнем переходить снижение. Сейчас сколько до входа? До входа 2,5. Хорошо, первый. На посадочном. Разбираем информацию для информации на прямой уровне полосы возможных чисел. Шрифт, что подъезжает. Полосу видишь? Вот, ориентируйся немножко. Подходим, висаем. Чтобы за продолжение кромок не выходил ни влево, ни вправо. Можешь контролировать визуально. Чуть вправо. Висаете, снижаете. Режим 7.8. 7.8. 7.5. 4. Скорость пока. 5. Сейчас она пойдет. Еще надо чуть-чуть прижать. Не надо. 45. Скорость. 45 закрыл. 295 закрыл. Я могу сказать, что стабилизатор перебастал. 45 в общем. Я 8 стоит. Контроль по карте готов. Механизация 2. Стабилизатор. 5,5. 6. Отключен первый вариант горения. Включены фары, все это готово. Режим какой стоит? 80. 8.1. Готовность ложится? Да, сейчас. 461 вошел в беседу со слушателем. Это где-то. Первый день тихо. Посадку разрешили. 441 посадку разрешили. Вниз не уходи. Смотри, мы это совсем. Тяжело, мне кажется. Под индекс не уходить. 400 метров, 270. 8.2. 8.3. 8.4. 300 метров, 275. 8, чуть выше пошел. 8.3. Дальний 220, скорость 280. Не проваливайся вниз. 8.3. Вниз пойдешь. Вверх уходи. 8.2. 150 метров, 280. Много не надо. Пары посадочные. 8.1. 100 метров, скорость 285. 90 оценка, вертикальная 5. 80 метров. Вот торец сейчас поехать. Чуть-чуть выше. 60 решение. 50, 45, 40, скорость 275, 30, вертикальная 5, 25, 20, 15, 12, 10, 8,
5 метров, 4, 3, 80, 2, 7, 8, 1, 7, 1. Малый газ. Скорость 260, 250, интерцептор вообще на 220, 210, 200, 180, 160, 140, 130. Да, полоса здесь, конечно, шок. 6, 4, 6, это полоса. Схема разворота вот так. 4, 6, 1 по кольцевой на полосу. Сейчас прямо до конца. Вправо. Нет, не вправо. Ну ладно, давай вправо. Там поэтому. Там сейчас по-другому. Ладно. Фара малый, да? Фара малый, да? Да. Включил. А у меня сейчас здесь товарищ, он это пришел, встречать должен, по идее, рыбу там привезти. Посмотрим, как чего. Если что, сразу же сейчас пойду, тогда ладно. Вот в Томске полоса еще хуже, чем здесь. А здесь как не садись, оно, по-моему, мягко и не получается. На горбатой здесь еще. Короче, отстой полный. Сколько у нас получилось? 1.32, но дело в том, что когда на 0 ставишь, она 1.1 показывает. Значит, где-то 1.22 показания должны быть, по идее. И самое главное, что у нас не было взятия в момент касания. Это своя перегрузка, без аэродинамической. Забора стоит Игорюха слева от вокзала. Прикольная раскраска. Аэрофлот Норд. 461 полос. Влево на 8. Короче, сразу 50. Влево и сразу же вправо. Перед полкашами здесь станем. Как на танке на месте там развернемся, да? Ну да. Именно так. Самолеты купали больше, чем мастер, блин. Он у забора стоит. Махает. Сейчас пару мерцнем и моргнем. Поснимаю его, как он будет руками махать. Уже зайти. Ну давай. Маш.
включить двигатель.